последнюю неделю увеличилось количество больных с коронавирусной инфекцией. Но эта тенденция наблюдается и по всей стране, и в Европе, и вообще в мире. Мы к данной ситуации подготовились тем, что развернули 310 коек для больных с ковидом. Сюда входят еще больные, которые находятся в отделении реанимации. Это самые тяжелые больные, которые поступают к нам. Я хочу сказать, что сейчас встречается много пневмоний, которые протекают как ковидная пневмония, а тест может быть и отрицательный. Да, ситуация такая, что гистологическое исследование поражения ткани легкого, они одинаковые у больных с тестом положительным и с тестом отрицательным. Поэтому все больные, которые находятся у нас, они лечатся как ковидные больные и получают мощную, серьезную антибактериальную терапию. Препараты и инструментарий, который нужен, аппаратура для лечения данных больных, у нас есть. Увеличение этих больных, конечно, создает большие трудности в работе медицинского персонала, потому что пришлось перепрофилировать глазное и лор-отделение вновь для лечения этих больных. И приходится увеличивать, конечно, расходы, ну, всех средств. Медикаменты, белье, расходные материалы. Пока с этим мы справляемся. Как по СИЗам? Средства индивидуальной защиты закуплены, ну и постоянно проводим закупки, потому что становится все больший расход данного материала. Ну, в реанимационном отделении находится обычно 14-16 человек. Из них 4-6 на искусственной вентиляции легких. Это самая тяжелая категория больных.